Я вся вижу по глазам, что ты хочешь мне сказать. Я не буду тебя знать. Читаю по губам, мне нечего сказать. Я не вижу смысла врать. Не хватит слов, что я сказал. В 7:30 утра автобус врезался в автомобиль Мальки Сузуки и какое-то время буквально тащил его по ходу движения. Как подтверждение ГИБДД, 11-летняя девочка-пассажирка Сузуки погибла в огне.